В Актобе, похоже, раскрыта тайна дефицита на городских АГЗС сжиженного топлива. Газ, предназначенный для местного населения, неизвестные лица пытались вывести в Республику Афганистан. Согласно материалам следствия, за этот товар представители компании «Газимпекс», «Голдстепс» и других намеревались выручить миллионы долларов США. Однако затея преступников не увенчалась успехом, и теперь членам ОПГ грозит тюремное заключение. Излагаю следующее. Значит, Есенов Берег Муратович, 16 июля 1982 года рождения, в период с 25 марта по 3 апреля 2017 года, являясь директором ТО «Голдстепс» в составе устойчивой преступной группы с руководством ТО «Газимпекс» и другими неустановленными лицами, заранее объединившихся для совершения контрабанды, в группе лиц по предварительному сговору совершили экономическую контрабанду, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу таможенного союза социального сжиженного газа с обманным использованием документов. Директору ТО «Голдстепс» Берегу Есенову инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 234 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Экономическая контрабанда». Подозреваемому грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Сегодня суд в отношении предполагаемого участника ОПГ выдал санкцию на арест сроком 2 месяца. Берег Есенов тем временем заявил, что абсолютно не владеет ситуацией, впервые слышит имена своих якобы сообщников и категорически отказался признавать вину. Он просил суд отпустить его под домашний арест, учесть при этом наличие 2 несовершеннолетних детей, а также хроническое заболевание. Взяли и закрыли меня на 3 сутки и изолировали от общества, хотя я никакой угрозы обществу не представляю. Никаких намерений там куда-то убежать или сбежать нету. В первый же день при задержании следователь сказал, что я готов к сотрудничеству, готов способствовать следствию. Поэтому я вас прошу не лишать меня сейчас, не изолировать меня в следственный изолятор, поскольку я имею 2 несовершеннолетних детей. Семья есть у меня, при этом я немножко, у меня есть болезнь, которая в условиях следственного изолятора я не могу содержаться. Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства. Айсулу Махмутова, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».